Итак, по факту гибели троих человек в регионе возбуждено уголовное дело. Сегодня около 2 часов дня в одной из квартир по улице Терешковой обнаружены тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и полугодовалого ребенка. По неофициальным данным, следов насильственных действий не обнаружено. На месте работали не только правоохранительные органы, замеченные сотрудники газовой службы. Но точную причину гибели можно будет назвать только после заключения судмедэкспертов. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка, по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление тех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, прокуратурой района Свияжского района города Ульяновска организована проверка деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и их социального сиротства. Также организован надзор за ходом расследования вышеупомянутого уголовного дела. Расследование уголовного дела и ход проверки взяты на контроль руководством прокуратуры Ульяновской области.